Вот недавно мне муж показал один ролик у нас в этом, в Баку произошел. У нас очень много ваххабит. Парень из числа ваххабитов приехал в какое-то селение или городок, я точно не знаю. Они у нас выделяются очень сразу. Они с бородой длинной, в коротких штанах, их сразу видно и заметно. И вот этот парень приехал туда, и там этого парня избили. Причем избили, унижая перед всеми и снимая на камеру, состригали ему бороду. И очень плохо относились. Я не знаю, жестоко как-то было. Вот. Я хотела вот какой вопрос задать. За уму пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, кто относится к его уме? Относятся ли эти люди к этой уме? Относятся, не относятся, опять же, конечно, если в суть смотреть, это только Аллах решает, насколько, да, человек сердцем относится, нет. Но мы судим по поступкам и по делам. Если человек свидетельствует о единстве Бога и принимает пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, посланцем Божьим, он, естественно, мусульманин, если он в этом уверен. Да. Даже если не уверен, но словами говорит он это, то для нас он уже мусульманин. Мы же не видим, что в его душе творится. Для нас он мусульманин, если он молится в ту же сторону, в которую и мы молимся, он тоже для нас является мусульманином. То, что кто-то кого-то хватает, подстригает в бороду, это еще не самое страшное, что происходит в уме нашей, в мировых масштабах. Вы посмотрите, там в Сирии, не то, что подстригает бороду, убивает, печень его кушает. На камеру. Да, это мусульманин по мусульманин. Вот эти люди, это, они на пути Аллаха. И даже это не самое страшное. Да. То есть это все люди совершают грехи. Огромные, страшные. Но все-таки многие вещи, даже которые нам кажутся страшными, и которые являются страшными, все-таки не выводят из ислама. Вот. Поэтому убийство – это грех. Унижение, оскорбление мусульманина – это тоже грех. От этого может Аллах Всевышний проявить свой гнев в отношении обидчика, например, или принять дуа обиженного против этого обидчика. Может быть так, что за вот этим грехом, который ненавистен Всевышнему Аллаху, то есть когда мусульманин унижает мусульманина, последовать цепь, например, событий в жизни этого человека, обидчика, таким образом, что он вообще отойдет от ислама. Может быть. Это все может быть.